кемпинг у Виталия под Вилково. Специально снимаю в субботу днем, для того, чтобы вы посмотрели на загрузку. Кемпинг состоит из вот так называемых делянок. Вот стоит наш бус, за ним стоит прицеп. Каждый на своей делянке, стоимость делянки 200 гривен. Если мне не изменяет память, 20 гривен машина, 5 гривен человек. То есть можно брать делянку, можно делянку не брать. Есть огромные столы для больших компаний. Небольшой спортмайданчик. Можно стоять, вот как те ребята вдалеке, с просто палатками. Вот. Сама речка, это приток Дуная. Достаточно уютный пляжик для детворы. Детвора, как всегда, кричит. И некоторые уже ругаются в таком возрасте. Вот так называемая шпилечка. Оконечность. Туда тоже можно встать. Это не считается деляночкой. Вот прямо рукомойнички. Дальше у нас вдалеке очень симпатичное здание Межо. Увеличить не могу, потому что на широком фокусе качели-карусели. Тут у ребят огород прямо. Дальше есть две душевые, вон они рыженькие, лакированные. Ну и вот ребята просто стоят с палатками, не снимая деляночку. Тень. Дальше вон впереди готовятся блюда. Очень вкусная у ребят рыбка. Дунаечка жареная. Просто бомба, пальчики оближешь. Ну и есть рыбный борщ. Тоже рекомендую попробовать. Вот такой вот кемпинг. Вот стоим мы. Наш мобильный спринтер. Ну и Невядов. Этот Невядов, кстати, продается. Обращайтесь. Чудо-прицеп, реально. И вот такой вот кемпинг рядом с нами. Деляночка, которая пока никем не занята. Мангальчики, специальные эти вот сваренные из колес котлы для приготовления первых блюд сюда ставят казаны. Дальше ребята празднуют день рождения. То есть вот такой вот милый, чудесный кемпинг. Я надеюсь, вы меня поддержите лайками. Ну и если у вас есть какие-то вопросы, не стесняйтесь, задавайте. Всегда буду рад ответить. С вами был Сергей, Forextreme.